А начался День Победы по традиции у Вечного огня с возложения цветов к мемориалу боевой славы. Память погибших в годы Великой Отечественной почтили минуты молчания. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, мэр Ярославля Владимир Слепцов, митрополит Пантелеимон. Цветы возложили также ветераны, курсанты и воспитанники патриотических клубов, которые в День Победы несли вахту памяти на посту номер один.